А может, Дин, у него сынишка. Он обрадуется дрессированному мышонку. Я не доверяю мистеру Джинглсу мальчику. Он может забыть его покормить. Разве он сможет дрессировать его? Он ведь еще мальчик, правда? Хорошо. Тогда я возьму. Я. Мерси боку вам, но... Вы живете в лесу. Мистеру Джинглсу будет страшно жить в большом лесу. А что, если в Маусвилле? Маусвилль? Аттракцион во Флориде. Кажется, в Таллахассе. Правда, Пол? В Таллахассе? Да, в Таллахассе. Это недалеко по дороге, ведущей к школе для собак. Значит, они возьмут мистера Джинглса? Думаешь, он им подойдет? По-моему, он очень умный. Что такое Маусвилль? Аттракцион, я рассказал. Такой очень большой шатер. И надо платить. Ты издеваешься? Обязательно. За взрослого 10 центов, да, для детей 2. Внутри шатра находится мышиный город, сделанный из коробочек и рулонов туалетной бумаги. Есть даже окошки. Кроме того, у звезд Маусвилля есть цирк. Одна мышка качается на трапеции, другая качает бочонок, третья вяжет снопы. Да, это то, что нужно. Это место для мистера Джинглса. Ты станешь цирковым мышонком.